Здравствуй, здравствуй, друг мордастый. Ну что, попробуем сделать квест совместный? Попробуем. Подержишь меня за руку? Так, мне надо посмотреть, где этот квест, взят он у меня или нет вообще. Я там твой стрим. Эксклюзивно на Твиче. На толкни. Зайди во вкладку с кустами. Сейчас приземлюсь. Так, я забыл, как на вкладку с кустами-то заходить. А, удерживать таб точно. Нет. Зайди. Сейчас я тебя залечу, если место есть на ТВ. Я точно помню, что я вчера видел такую штуку. Но она должна быть у Хоттера. Только ты бы еще знал, кто это. Да. Кади. Аманда Холидей. На с левой части карт. Сейчас раньше успел прилететь. Бенедикт. Мне что-то не вижу нигде. А мне казалось, что все-таки я вчера брал контракт, может, на другом персонаже? Все может быть. Сначала надо Красную войну, потом Осирис, а потом Военный разум, да? Да. Так, эта тетенька что-нибудь дает? Она дает старую сюжетку первого года. Это же ты. Привет. Ага, новую не дает. Ой, я не помню, кого Форсейкен. Ну, эти я уже взял, у нее все три. Но... старые. Я просто не помню, как Форсейкен запускается сейчас. Да мне-то ладно, пес с ним Форсейкеном. Где мне взять этот квест, чтобы с тобой выполнить? Пошли за мной. Посмотрим. Кузнечных дел мастер. Так, я в дереве застрял. Здесь можно и вот так. Можно. Нифига себе. Нет, ладно, мне с первого раза не получилось. Пойду по классике.
странно на тебя смотрел. Так, союзники. Вы продемонстрировали свою преданность другому страже. И теперь Хатор не требуется знать, насколько крепка ваша дружба. Как это мило. Патчпорту, давай проверим. Одна миссия на двоих называется. Ну, проверяй. Так, у меня появилось. Увидимся. Я уверен, что я его вчера брал. Ну, может, на другом. Может, он ресетится? Нет, но он на каждого персонажа надо брать отдельно. Во, одна миссия на двоих. За это дадут потертая расписка на контракт Эвердерс. Это то, что нам надо? Да. И... Что мне надо? И куда с ней идти? Как понять, куда идти? Любую сюжетную миссию надо выполнить. Файл. Вообще любую? Да. Нам с тобой надо поговорить. Чему ты можешь меня научить? Пофлексить. Вечный разум. О. Любая сюжетная. Ну просто дело, ты что, какую сюжетку хотел проходить? Хотел Красную войну сначала. Ну ладно. Слишком много игроков для этого задания. Выберите другое задание. Ладно, у тебя, видимо, еще. А, у тебя, видимо, самая первая миссия. Да, самая первая. Ладно, ну, давай пока я ее пройду. Но мне я пока своим делом позанимаюсь. Так, ну это я вчера видел. Бла-бла-бла, все плохо. У нас нет спутников. Егор, если это все-таки шутка, то должен признаться, я поражен. Поразить тебя, Кейт, дело совсем не трудное. Давайте посерьезнее. Завала. Я сама серьезность. Не видно. Икора, что у тебя? Кто-то или что-то повредило нашу систему ПВО. И связь барахлит уже несколько часов. Отрубились все датчики за стеной. Может, дело в грозе? А может, данные со спутников? Их нет. Это же хорошо? Нет. То есть данных нет. У нас добрый нет вечер. Спутников. Привет. Это уже плохо. На паспорту ты можешь мне дать консультацию? Че? Бесплатно? Ну, насколько сильно отбивается по эмоциям сейчас текущие платные DLC в Destiny? Ну, как тебе сказать? Типа, шадоуки пройди сюжет брать не стоит, я так скажу. Держитесь! И второе, зачем нужен клан? Какие плюшки он дает, какие активности? Ну, там миссии регулярные. Дает тебе плюс. Ну, дает перки всякие, типа там катализаторы на экзоты. Больше шанс. И лута немножко. Ну, точно, поиграл пару дней, прям хорошо. Смотри, меня, правда, ну, пока нравится. Меня, правда, заставили, я сейчас нужно пройти старую кампанию еще раз. Но это быстро. Я, блин, новую кампанию три раз проходил. А еще, кстати, не понял, как... Бля, я слово забыл сейчас. Флешпоинт это, конечно, называется, или как там активности называются? Ну, да.
как их анлокать? В смысле, они по дефолту открываются? А, просто раньше они открывались через персонажа, который немного погиб. А, не, они сейчас привязаны к персонажу, который на планете стоит. Все, ты у него, ты у него лут забираешь. Повторяю, башня прием. Это Сити Холл 723. Есть кто живой? Ух, я наконец-то увидел персонажа, которого я сделал 2 года назад. Господи. Это какой-то голубой мужчина с рыжими волосами. Все еще лучше, чем то, что вчера сделал. Голубой, в смысле, цвет кожи у него, в смысле, а не... Простите. Кому они теперь привязаны? Ну, сейчас флэншпоинт на берегах. Тебе надо идти к Яндову берегов. Понял. Там как привязано. Там... Ты просто у него лут забираешь, когда делаешь, и все. Так. В том плане, что у меня в списке миссий нет их. Поэтому я и не мог понять. Да. Списки убрали, в общем. А как теперь узнавать? Просто гуглить? Да почему? Пошли. Надо найти завал. У тебя должно быть. Или умы на карте. Ну вот у тебя что... желтый кружочек у берегов. И вон флешпоинт, тангл шор, вендор челлендж. Понял. Тогда, видимо, их отсутствие связано с тем, что меня сейчас заставляют в эти компании проходить на старом персонаже. Ну, возможно. Просто я пытался загуглить это дело вчера. Я 3 часа провел в Гугле и на Reddit. И это абсолютно отвратительно. Welcome to the desk. Dark Souls, по-моему, шел. Говорит командир завала. Потому что все началось с того, что я пытался понять, пункты, что Destiny не имеет в виду под челленджем. Наш город не падет. Но там у них подписано, что это челлендж. Надо знать, где смотреть. Не-не, там суть в том, что все началось с того, что у меня был квест и был и челлендж. Приветник. Да. У вас раньше еще были дейли челленджи, но их сейчас убрали. Это увлекло меня. Как бы несложно было их найти. Блин, игра, конечно, офигенно выглядит, даже в начале. Это увлекло меня в болото разного поиска. Арсенал открыт. Из него иди по тропе к ангару, откуда сможешь попасть на площадь. Я позабочусь об этих. Если кабал хотят... Ну и для ПВП, конечно, гамбит не сделал, там прям хаев. Шо? Ну как-нибудь, когда прочувствуешь всю проклятую мету, тебя туда не загонишь. Ну это все еще лучше просто этой. Как стандартная ПП называется? Я лучше просто в ПВП поиграю. Я не знаю, я на выходных от 10 часов рейтингового больше удовольствия получил, чем 3 матчей гамбита на той же неделе. Не, я в гамбит, мне кажется, все воскресенье сидел. Ну, я тебе говорю, он поначалу хорош, но ты потом попадаешься 5 раз на плотный стак из 4 человек, который... Ну, я 2 раза попадал на стак азиатов. Было не очень приятно. Как бы да. И тебя типа раскатывают 0-100, и как бы тебе становится невесело. Ну, типа, все началось с того, что у меня как раз есть сейчас челлендж, это сдать 36 монеток в гамбите за раз. За это при этом у тебя должно быть. Почпорто, а что делать со сглаживанием? Какое-то оно по умолчанию прям совсем сосущее. Но сглаживание, ничего не сделается. Я вижу все заборчики, прям совсем. Ну, я по крайней мере, уже 3-й год так играю, так что... Ну, включить какое-нибудь мыло. Ну, типа того. То есть здесь 2 типа всклажные. Нет, ладно, 3. Нет. FXAA и... Да, не забегал. Ну, судя по стене, на которую я смотрю, они не особо хорошо работают. Ну да. Это просто одна из вещей, с которой нужно смириться. Ну, вот FXAA вроде... Получше, да. Что ли? Как бы получше, но лестница все равно никуда не будет. Режим эвакуации.
просто в обычную ПП зашел, и что опять за два матча сгорел от матчмейкинга. Гамбитс пока такого не было. Но если я прям сильно угорю, то, наверное, и ФУП будет против. Я то, что обычные кики сломаны, это тогда там тоже. А чё, в рейтинге серьезно лучше? Ну, в рейтинге как минимум скиллбейс матчмейкинг, плюс ты можешь пойти в лобби, где тебя против пати не будет кидать. Ммм. А почему для квиков этого... Почему для квиков этого нет? Ну, потому что квики спросить. Это чтобы веселиться, а это типа, чтобы потеть и все честно было. Да. Ну как бы. Ну, в квиках скиллбейс матчмейкинг еще года полтора назад как бы. Не, я именно про то, что против стака кидает, про скиллбейст, это понятно. Ну, они это-то сделали только в этом сезоне. То есть мне надо по чпорту пройти хотя бы до тех моментов, когда... Эту... По-моему, следующую. Да, я помню, там в какой-то момент начинают игроки появляться на карте в конце. Если мне не изменяет память. Эту и следующую. Должно быть, это их флагман. Конечно, не отнять, что стрельба очень приятная. Это... На этом сколько лет живет. Ганплей, конечно. Все очень приятно. Я представляю, как люди охренели, когда она фри-ту-плеем стала. Это же насколько все охрененно сделано и за бесплатно. Я соскучился вообще по хорошему игроку всяких ПАЕ. Но играть не перестаешь. Ну там сейчас игра заключается в том, что пока я сижу на работе, я в соседней вкладке торгую. Но ведь ПАЕ это не по аукцион. Нормально. Сейчас меня убили. Фариду призовем. Я включил случайно ульту и, короче, я отгорел. Как-то молоток вращаешься, я не помню даже, как ее менять. О боже, у тебя еще форсейки носки сразу носят. Отвратительно. Это их нужно было гриндить. А, все, я вспомнил. Так, огненную кувалду, что? Ну, если ты хочешь огненным, бери верхнюю ветку. Что-то сложно. Так, подожди, ладно, я совсем забыл. Короче, их тут три квадратика. Правой кнопкой щелкаешь, ты можешь каждый поменять. Подкласс... А как... Из них есть какой-то главный подкласс или что? Нет, у тебя условно три ветки есть. Каждая там... По сути, верхняя и нижняя, они там скиллами немного отличаются. А средняя там типа совсем другая. Из DLC. А какая работает в данный момент активно? Я тебе говорю, если хочешь огненную, бери верхнюю. Не понимаю, что такое верхняя. Ну, ты вот, блин, зайди туда. Правой кнопкой нажми на него. Вот, солцелом у меня какой-то. Да, зайди на него правой кнопкой. Ага. У тебя там должно три этих быть. Ну вот. Сложно. Вот, верхняя, средняя, нижняя. Верхняя, средняя и нижняя. А, окей, то есть я могу вот так вот переключаться? Да. А то, что с левой части вокруг большого ромба, это там гранаты, прыжки и классовая способность. Ну, на Титане большая стенка или маленькая стенка. То есть, грубо говоря, а я могу, например, взять, типа... Нажать на синенький, он становится главным. А, то есть слева, которые два маленьких, это типа... Да, это... Это неактивные. Это неактивные. Нет, почему? Это твоя... Да, я не знаю, на чем тебе назначено. В это по дефолту В.
А, окей, сейчас, ну-ка. С и... господи, С. Ну, граната по дефолту на Q. Ну, на ми... да, милишный, я не знаю, у тебя на чё. Типа, чё-то ещё тут. Ладно, с этим потом ещё разберёмся. Где экшон? А, да, какие клавиши-то назначены? Настройки, управление, привязка клавиш. Суперспособность F. Ладно. Так, куда там дальше-то? А, сюда. Так, мой призрак называет этих кабал Красным Легионом. Икора, что у тебя? Они элита. Безжалостная. Говорят, они не знали поражений. До этого дня. Сегодня им противостоят стражи. Но завала. То есть сейчас, они получается, эти ветки не надо зарабатывать, как раньше. Квесты не надо делать. Я помню, там был на Титана квест какой-то, ты бегал по какому-то лесу. Да. Сейчас все сразу открыто. Ну и среднюю ветку с Форсейкеном там надо было сделать квест, потом ее прокачивать. Она у тебя сразу и вся открывается, как я видел. Так, а захват корабля в Майте это уже финальный квест или еще нет, я забыл? Ну, типа, это один большой. Первая половина корабль, вторая земля. Ну, получается, компанию часа за три прошел. Ладно. Ну, типа, в каждом дополнении они прокачивали, давали новые ветки на прокачку, я так понимаю. Но... Я все это пропустил. Новое дополнение, скобочка, в Форсейкене. Только в Форсейкене появилось. А в этом нет ничего. Нет. В этом они броню с нуля переделали. А Форсейкен сейчас все еще платный, да? Да, да. Все, понял, почему у меня ничего нового нет. А, ну у тебя вот поэтому и флешпоинта нет, то есть у тебя Форсейкена нет. А, теперь флешпоинт он... только в Форсейкене есть? Нет, он просто на этой неделе на локации с Форсейкеном. А-а-а. Потому что неделю он на этой земле был. Все понятно. Потому что никто в интернете не мог ответить на мой вопрос. Будем обороняться, пока последний житель не покинет город. Начинаю понимать, почему. Берегись, я, ну и поэтому у тебя его на карте нет, скорее всего. Хотя, ой, блин, по идее тебя должно пускать на берега. Все не знают, как это работает. Потому что тебя и в этот, тебя и в Dreaming City должно вроде пустить. Ну, потом гляну. Удерживай ворота! За ними наши шаттлы! Ой, помнишь, щит был у меня? Удерживаем оборону. Флагман следующий в моем списке. Щит это у тебя классовый. Снаряды! Укройся за моим щитом! Твою мать. Я посмотрел, как смешно было, потому что в последний раз у меня такие проблемы с поиском информации были в каком-то экспеншене по третьей армии. Я тут как-то сидел часа три, гуглил это, Салатори и дополнение, оно работает.
дробовик что-то посасывает. Завала. Ход был последний шаттл. Куда я пропал в зоопарк? Я зашел в пещеру. И, короче, там связи не было полностью. Я буду удерживать площадь. Иди с Икорой и найди глашатая. Так точно, командор. Там все очень просто. Но то, что эти боев в компании можно просто пробежать мимо, тоже хорошо. Она найдет глашатая. Нам надо добраться до флагмана. Значит, что тебе не надо даже качаться. Отправляйся к северной башне. Я пошлю за тобой Аманду Холидей. Начинаю вспоминать, конечно. Локация, конечно, запоминающаяся. Уйди. Холидей в пути. Нужно избавиться от этого корабля. Это мужчина. Мне сказали, тебя нужно подбросить. Так, что-то даже выпало. Ну, а что-то не пойму, лук здесь хитскан или нет? Завала, со мной твой страж, которым ты все трендишь. По-моему, нет. Оставь их на флагман, живо! Там проджектайл летит, скажем так. Держитесь там! Давай, здоровяк. Действуй же. Ну все, страж, пора задать им по полной. Дай знать, когда они уберут щиты, и мы им врежем по полной. Так, я, по-моему, еще эту пройти и. Ну, это все еще первое идет. Это все еще первое? Та голограмма может помочь. Дай-ка мне взглянуть. Что мне дали? Беладонна. Пусти-ка меня к консоли. Там мы сможем найти план. Так, генератор щита должен быть в нижней части корабля. Thank you.
доложить обстановку. А, патроны кончаются. И огненная пушка начинает подводить. Что-нибудь слышно от Икоры? Как отправилась заглашатаем, ни слова. Стройся со мной! Возможно, я это все хорошо помню, потому что я это проходил еще на бете, когда она была. А потом еще на основном персонаже. Вот этот коридор я видел много раз. Еще я помню, меня здесь перло, как здесь вот эти вот... не знаю, как это правильно... На ящиках. Ткань натянутая, она так еще классно колышется. Потом слева внизу у меня первая иконка — это граната, ладно, понятно. А вторая что означает? Это моя типа ульта, а третья это... А, это щит, а как щит вызвать? V. А это твоя медишка. V, да? А, окей. Хуяк. А милишка как? С? Си. Да. Окей. Надо переделать на кнопку мыши. Я так привык. И там у тебя скилл может триггериться, к примеру, только при ускорении. От класса зависит. Хотя в Forsaken'е если переделывать, то было хз. Да не, это есть. Ты у базовых есть. Просто умеешь там, по-моему, верхняя. Вайдов, у него щит китается от медишки просто. Генератор щита должен быть впереди. Сюрприз, мазафлакан. Механику добивания когда ввели? Ну вот, Shadow Keep. Добивание как в Думе, что ли? Да. А как понять, что его можно добить? Он начинает светиться, у него над головой кружок появляется. Легкое бежевое свечение и бежевый круг сверху. Но по дефолту добивание на G, так что... На очень удобную кнопку. Типа... А действие ульты я не могу прервать? На этом нет. Ну типа она... Прерывать умеет только один из этих из варлоков. Что у тебя нет?
Да что ж такое, запрыгнуть не могу. Так как так-то? Ладно. Температура поднимается. Сработало. Да твою мать, вот почему вот я, блядь. Как тут подниматься? Сука. Невозможно. Завала, получилось. Ох, красота какая. Дальше по трубе мимо солнца лечу. Да, типа. Лучше что есть в ванильной компании. Это не было грустно. А, я просто неправильно все делал. Ладно. Надо просто давить. А не, блин, откуда-то у меня привычка двойной спейс нажимать, а не удерживать. Сейчас, по сути, можно пройти сюжетку без вот этих дополнительных гриндовых миссий на планетах. Слава тебе, яйца. Ты сам потом будешь их проходить. Не, ну потом-то понятно. Ну просто можно сейчас просто... Что происходит? Я помню, сюжетка у меня заняла... Сейчас смысла их особо нет проходить. Раньше они те же там скиллпоинты давали. Да-да-да-да-да. Сейчас с тебя изначально все прокачивают. На меня. Ничтожество. Твой род слаб, разобщен, дрожит от страха за стенами. Это не смелость. Вы просто забыли о страхе смерти. Позволь, я тебе напомню. А какая здесь дополнительная монетизация? Ну... Ну, то есть, помимо того, что я купил, скажем... Ну, ты вот можешь прямо сейчас зайти на карту, прощелкать наверху самое левое и как бы в донат сток зайти. И купить немного серебра. Типа того. Лепота.
Ужас какой. Я побитый. Так, это смешно, но похоже не успеваю убежать с корабля за таймер. Абсолютно отвратительно. На утро просто после автопати. Как обычно, удачную текстуру застрял. Это утро второго дня, но после дивгама обычно такое. После основной вечеринки. О, привет, Ликон. Спасибо за рейд. Странник. Все. Присоединяйтесь, мы тут аутируем. Красный легион убивает стражей без света. Это, по сути, начало сюжетки, еще первое начало Destiny. Destiny 2, в смысле. Я засек аварийный сигнал. С координатами места сбора. Жители планеты эвакуируют. Мы сами по себе. Так, я дополз до какого-то, похоже, селения. Привет, Сидрайзнер. Романтик. Эти стражи. Без света у них не было ни единого шанса. И мы могли так. Страж, если ты умрешь, я не смогу тебя воскресить. Нужна предельная осторожность. Так, нет главных боеприпасов. Нормально, там Blizzard заприватили свой рейд. Интересно, почему? Пипец, дробовик, который стреляет двойной очередью. Двойной очередь. Ну как, кстати, это еще по-другому назвать? Он выпускает за раз два патрона. Причем первый ты еще попадаешь, а у второго-то как была отдача. Летит хер знает куда. Тебя может на нем фулав, ты этим просто зажимать можно. Давай сейчас проверим. А ты же помнишь, как оружие здесь апгрейдит, да? Да. Нет, не помню, видишь, конечно. Как поймать? Ну нет, в том плане, что нажать на него правой кнопкой и выбрать там какие-нибудь пару перков. Да, а. Там перки умеешь на выбор отдать. А, ну да. Ну, типа у некоторых пушек это влияет на механику. Да, точно. На механику. Типа, я вспомнил только на дробовиках фулчок и, наверное,
Ну, на снайперках, на некоторых. Ну, а как бы там все... Там да, очень мало пушек, у которых третий, четвертый перк меняются. Поэтому... Ну, да. А, ну и на гранатометах еще. Кстати, а банджо случайно не продают саундтрек в Steam отдельно? В Steam нет, на сайте, да. Но в свое время в Far Sight'е на саундтрек они точно раздавали бесплатно. Причем, как бы, помню, там не то, что в Far Sight'е на всего второго года. По четвертому объяснишь, что такое абсолют у оружия? Ну, ты его грейдишь, он становится абсолютным и начинает генерить арбы, которые тебя быстрее супер восстанавливают. Да, учитывая, что более мощный предмет, чтобы повысить уровень, это еще и можно и вот так вот, да? Если тебе нравится какая-то пушка, ты можешь ее апгрейдить. А, ну да, и ты еще этим стат какой-то прокачиваешь, который там рандомно тебе дало. То есть там рейнджа, скорость перезарядки. Вот это вот все. Да, что тут? Сейчас опять финальная миссия на земле и опять эта эпичная музыка из начала. О. Нам потом прикупить, наверное. ПП-шечка. Я сейчас расплачусь от такой музыки. Так, и где я провел неделю? Опять этот шел. Ну, а, ты, да. Насколько я помню, ты примерно из Африки шел в Европу. Ты до сих пор на первой миссии, что ли? Угу. Мы хотим с Фэчпорту сделать эту миссию, ради которой я купил Форсейки, но так его и не запускал. А что там за миссия? Причем я даже не боюсь. Там эфиралка была в то время. Да, ты мог купить по эфиралке друга аддон, и за это что-то давали. Так вот, я аддон купил, а игру не запускал. Это было года полтора назад или год назад. Но это было где-то на выходе Форсейки. Вот когда вот он там вышел. Как бы я молчал, ты все орелся, но вот. Нет, ты пару раз мне намекал. Звезд мне вообще на эту эфиралку было. То он там начал про него рассказывать. О, какой ПП вообще атасный. А механика добивания дает что-нибудь дополнительное, как в Думе, там, типа? Ну, по дефолту нет, есть модов куча, там, восстанавливает тебе хп, дает патроны, еще что-то делает. Раздражает одной и той же анимацией. Просто купи новую фархат. Ну, либо в Battle Pass купи. Получи одну бесплатно, скажем так. Ну, я порадовался, что мне в башню уже раз четыре потыкали, купи DLC, а потом еще три раза в Battle Pass потыкали. А я купил Battle Pass. Сука, я еще и упал. Купил, ну как бы Battle Pass там так в комплекте. Нет, не в комплекте. В смысле нет, Battle Pass. Ты можешь купить еще какую-то еще херобору. Есть делюкс, который тебе дает, типа, да, вот Battle Pass купил на весь год. Это сигнал. Абсолютно отвратительно. То есть там разница, типа, рублей 700, по-моему, было или что-то такое? Ну, да. Типа 10 вот евро. Делюкс тебе дает это. Там, если зайдешь в сезон и наведешь на баннер, который у тебя висит, тебе будут там галочки, а что у тебя все сезоны куплены. Наш лучший пилот. Ну а ты летишь с нами?
Это тебе пригодится. Пора заняться делом. Так, ну, весь эпик после миссии что-то портится, общение рядом. Особенно с их никами. Вообще забавно, тут видно моменты, когда было срежиссировано, что тебе дают еще новое оружие, но при этом ты как бы прошел сюда, зашел сюда уже прокачанным персонажем, оружие у тебя есть. И такой немножко неловкий момент. Я понимаю, что в этот момент игрок должен был радоваться. Мне дали дробовик. Спасибо. Как сказать, радоваться. Учитывая, что в первом году дробовики были в хэви-слоте, и у них патроны найдешь. Такой, ну... Ладно. Поношу его с собой. Услышь меня, и воины Красного Легиона станут твоими стражами. Доминус. Этому Доминусу как будто зверя в костюм делал. Кто сбежал, тех уже вон. Он же главный. Все лампасы. Он же главный. Победа, как и все прочее, по праву твоя. Как бы главный военный хунт. Это не только моя победа, но и твоя, мой друг. Ну так там у титанов тоже как бы наплечники меховые и все такое прочее. Ну ладно, там все одни на все. Тогда мы сможем начать выкачивать из нее энергию и направлять ее в нужное русло. Они зовут её Страх. Ну это когда-нибудь их зовут. Я уверен, что другие цивилизации... Ну это просто первое, что мне выпало. Имя. Из экзотичного. Можно контролировать и использовать. Мы с тобой это доказали. И все же они считают ее богом. Доминус. Гоу. Мы с тобой положили всю жизнь на то. Фу, ко мне на финальную миссию какие-то игроки пришли. Перековать нас. Да, тебя дальше потом от них уберет. Почти разрушенную жадностью и порочностью Калуса. Ты величайший. Это так же, как Shadow Keep у тебя. Ты начинаешь там с рандомами. Хочешь ты или нет, потом тебя дальше соло кидает. Императором. Что еще может желать Доминус? Я желаю поговорить с моим гостем. Так это ты, глашатай странника. Ужас какой. Приближаемся к европейской мертвой зоне. Теперь наш дом здесь. Европейская мертвая Смотри. Зона. Узнаешь? ЕМЗ. Нам и надо. К той штуке? Ее зовут осколком странника. Но я зову ее местом, куда лучше не соваться. О, магическим образом все игроки исчезли. Знаменитый ММО-трюк. Исчезающие игроки. А, ну и я умер, упав в пропасть, ладно. Это ответ на вопрос, как исчезают игроки. Ну, я прошел просто плохую концовку, все нормально. Ура, я в какой-то ферме. Теперь ты можешь присоединяться? Нет, тебе еще следующую надо выполнить.
Поговорить с Тирой. Подожди, а где Тира? Мне нравится, когда меня навещают. Видимо, вот эта тетенька. Привет. Нет, это не Тира. Так нажми тап один раз, тебя подсветит. Осторожней там. Ну, мне подсвечивает двух сейчас. И я с той не могу поговорить. Почему-то. Ну, один из них должен красным подсвечиваться. Я как красный. А, вот появилось. В прошлый раз подвигал, не получалось. Когда я снова могу прикоснуться к свету, я больше не боюсь, что моя жизнь подойдет к концу. Теперь я по-настоящему могу приступить к хроникам Красной войны. Ну, потом тебе нужно будет еще перейти на карту, купить миссию. И все-таки вопросов очень много. Как тебе удается получить свет из столь темного предмета, как осколок? Почему именно тебе выпала честь вернуть свет миру? И почему вдруг странник пробудился ото сна? Так. Тира бежала из города, а также укрылась в лагере. Бла-бла-бла. Примите подарок, поговорите с Урай Хаторн, руководителем лагеря по неволе. Тут, очень много цивилизаций. Когда табаешься, говорить нельзя. Понятно, я с табом ходил. Конечно, я-то полжизни провела за пределами города. Так что, говорят, что ты хочешь пошарить вокруг куска странника. Странные у вас стражи любят символику, так? Варлоки, титаны, мертвая орбита, железное знамя. Как вы только запоминаете. Суть в том, что вы понимаете, зачем людям нужны вдохновляющие символы. Ты состоишь в клане, значит, понимаешь, о чем я. Но клан — это только начало. Всегда носи с собой это знамя. Пусть оно будет последним, что увидят солдаты Легиона перед смертью. Вот это я называю вдохновением. Так, а дальше-то куда? Дальше тебе нужно на карту Земли и выбрать. Так, выполните миссию из крана ЕМЗ. ЕМЗ. Вот, боевая группа 1-3 игрока. Совместная игра. Пойдешь почему? По-моему, нельзя на нее присоединиться. Сейчас, пойди. Не. Я тебя смогу из чего на это походу присоединиться. Вот тут. А засчитает? Да. Ну, если нет, то следующий. У тебя что-то миссия впереди. У меня тут ответ. В самом конце. Okay. Приключение на 20 минут. Туда и обратно. Так, ну все по всему это уже должен быть Last Boss. Вы в этом уверены? Именно из-за осколка это место зовут мертвой зоной. Иного выхода нет, Хоторн. Это знак. Да, и на нем написано мертвая зона. Пошли, говорят, погуляем по мертвой зоне.
О, возрождение ограничено, найс. Знаешь, я изучила ЕМЗ от и до. А как он вызывать транспорт, кто мне скажет? Тап Е. Но не стражи не должны покидать. А, техника еще не работает, техника восстанавливается, написано. Особенность. Они не действуют за пределами города. В стене есть небольшой пролом. Заметить сложно, но он есть. Дальше никто не заходит. По крайней мере, те, кто хочет вернуться. Так, в стене есть пролом. Ага. Красота. Вот у меня также сигнал пропал, когда я в зоопарке пошел в пещеру. Что-нибудь слышал? Не нравится, что дробовик, блин, два раза стреляет. Сейчас покажем ему копаться. Это были патчи. Я не знаю, как это делаешь. Люди не должен так делать. Машинам. Особое. Сейчас. Автоматический огонь, увеличение боезапаса, ускорение. Так, ствол для дробовика достигает на дистанции. Увеличит дальность. Уменьшает удобство. Автоматический огонь, Миш. Да не, у него нет этого флага, что посмотрел. Так, увеличенный странный магазин или странный? Я не помню. Разве петхит еще стреляет двумя? Видимо, просто такой. Ну, у тебя. Я просто не помню, что тахип так делал. С стороны я пользовался последний раз, не пойми когда. Называется чужеземец. Да, я знаю, где там Бадланду. Ладно, возьму просто дробовик. Может, из него целиться надо? Нет. Короче, когда целишься, а нет, все равно. Нет, там есть эти слаговые над него. Ну-ка. У меня патронов нет почти. Я тут пока наэкспериментировался. А, это просто автоматический стрельба. Надо быстро убирать. Это я просто не привык. Короче, надо очень быстро убирать кнопку с выстрела. Он успевает за этот момент сделать просто тупо два выстрела. У него автоматическая стрельба, вот я тупой. Ну, вот я даже думаю, что родит. То есть я привык, что. Видимо, в каких-то. В большинстве играх на дробовик ты стреляешь, типа там, один раз. И я привык немножко задерживать палец на кнопке. Чудесно. Зато узнал, что у меня дробовик может херачить как не в себя. Левел дизайн довольно странный, очень много пустых отрезков, когда ты идешь, и ничего не происходит. Это вроде шутер, а при этом он как бы такой пустынный. Ну что, что вокруг посмотрел? А как? Зарисовали что ли все? Ну понятно, что это не Думчанский. К
котором ты просто забегаешь на маленькую арену и начинаешь отрывать лица. Ну вот мои любимые ролики 30 FPS подъехали. О, я помню, когда в Гамбите ролики стали вместо 30-60. Вот это был фургон. Да, старые они решили не переделывать. Зачем? Игра-то бесплатная, зачем тебе еще переделывать что-то? Так, окей, тут по какой-то причине одна текстурка решила не прогружаться в ролике. Игра бесплатная, купил и играешь, все нормально. Это я слепой. ППшка приятная, конечно. Патроны быстро кончаются. Сейчас у меня, а нет, все равно все есть, но у меня почему-то не работают ульты мои. Это тоже конфьюзящая такая штука, когда у меня вроде все отобрали, но в интерфейсе она есть. Потому что сюжета ее еще нет. И я собираю вот эти вот для ульты. Я не знаю, как это правильно называется. Голубые кристаллы, что ли, которые на землю валятся. Я точно помню, что это для восстановления ульты, а ее еще нет. Нет, голубые кристаллы — это деньги местные. А, это деньги? Окей, все, я такой. Шары белые должны быть, все, окей, точно. Мама. Кажется, мы прогнали. Подведи меня к осколку. Подведи дедушку как сколку. Вот почему мы здесь. Я не был так близок к свету с тех пор, как... Ты чувствуешь? А теперь да будет свет. Поменяли батарейки. Ты чувствуешь? Свет вернулся! Я вернулся! Мы вернулись! Наркоманы гребаные. За дело, страж. За дозу света все что угодно сделают. А, ну вот эта миссия. Всем жбаны развешивать.
Подождите еще. Хуяк. Окончание миссии. Ну и что? Куда летим? Тебя обратно, по-моему, сейчас на ферму повезут. Отправят в No Man's Sky, да. Чтоб не выделывался. Блин, насколько нравится атмосфера здесь, в этих хабах. Я уже это раньше говорил, мне она еще нравится, она напоминает очень сильно Guild Wars музыкой. Может быть, блин, один и тот же композитор, что ли? Прям совсем вот очень атмосферно. Отец вернул себе свой свет. Не знаю, как ты это сделал, но я рада. Свет нам очень нужен. Стражи любят символику, так? До встречи. Так, поговорить. Здесь столько людей. Тир, ты просто молодец. Если кто-то будет с тобой, сразу посылай ко мне. Говорить с Дэмом Кеем. Кто-то вступает в вашу боевую группу. Почпорту. Ну-ка. Эту проводку, похоже, делал крипто. Так, а где я сейчас? Как понять на карте, где я? Ты на ферме, на отдельной локации. Отдельно, а, так, окей. Ну, пошли сюда. Тира, ты просто молодец. Если кто-то будет... Часу прохождения сюжета мне займет раза, наверное, в 2 или 3 меньше, чем в первый раз. Прям такой... Прямо раш. Ура, мы теперь вдвоем.
А, я помню этого чувака, он, короче, в церкви на втором этаже сидит. Е-900 лайфа. Я так понимаю, после отметки в 900 начинается дрочь по единичке, да? Ну, не по единичке, а типа в софткапе. Моя любимая. Ну, типа... Зачем, красота. Зачем еще в эту игру играть-то? С возвращением. На этот раз я заварил тебе чай. Блин, опять мне флешбэк. Этот чувак на Джоэла похож и озвучивает тот же самый. Дачник, моя. Во время твоего сражения с падшими мы столкнулись. Ну как в озвучке других людей просто не существует. Да. Видимо, просто такой типаж сразу дает. У нас, короче, Джоэл, возможно, криминал. По коням. По микрофонам, то есть. Доберемся, усилитель сигнала решит проблему. Абсолютно отвратительно, конечно. Да, субтитры читать не надо. Да не дрогнет твоя рука. Так, чё, куда идти? Так, так. Нужно будет потом загуглить про мету. Вообще. А как я могу понять, что ты у меня по чипарту в группе? Я что-то тебя нигде не вижу, но как в интерфейсе, да? В интерфейсе это как-то можно понять? Ну, зайти в это. Не особо. Все, кто зеленым у тебя светится, тебе с тобой спать. Нет, ну в смысле, как обычно в ММО или в онлайн-играх, когда ты поступаешь в пати, у тебя такая штучка с хпшками. Господи, что-то у тебя ножка дергается. Тут ни хпшки не показывает. Так, куда нам идти? Сейчас. А, то есть тут можно вообще ногами не ходить, а просто прыгать, я так понимаю, да? Ну, на этой карте, да. Я не знаю, я не везде теперь сделали, что надо просто клацать. Похоже, то есть просто я здесь ногами не ходил вообще никуда. Я это 2 года назад проходил. Ну, собственно, как и я. Я 2 года назад этими персонажами прошел, поэтому как бы проверить не могу сейчас. А то есть тебе сейчас уже недоступно? Ну я могу, но зачем мне? А мейн у тебя кто? Варлок? У меня найдем где-то 1000 часов. Божечки, кошечки. Вызывает уважение. Я все еще сижу здесь со сломанной станцией. Где усилитель связи? А куда здесь проходить? Признал, что постарел. Алло. Выручил разок, и теперь будет припоминать целую вечность. Блин, shift-tab случайно нажал. Да-да, продолжай, старичок. Зальцверг. Слышь, купи. Ага. Сейчас только в группу пойду. Мы можем подняться наверх. Да, господи, сколько нищих людей посетить, чтобы компанию завершить.
Ну, примерно все. Другой путь к Хоторн. В принципе, логично. Будь осторожен, падшие те еще падальщики. Они готовы сражаться за что угодно, лишь бы прибрать это к своим грязным лапам. Так. Но Кейда они для всех уже убрали, я так понимаю, да? Да. Странно вообще. А у тебя есть какое-то скалирование к моему лайту или... То есть, чтобы ты был, не был overpowered? Нет. То есть ты типа здесь ходишь и все морды разносишь? Ну да, я просто особо не стреляю. Чтобы я мог насладиться? Тау. Спасибо. Ну, снайперку трогай. Найс. Так, нам куда дальше? В самый низ. Ай! Не упал нахер. Или здесь нет фолл дэмэджа? Есть. К сожалению, есть. Просто научись прыгать. Хэт. То есть в последний момент просто нажимаешь полет и все. Это ты имел в виду? На питание ты меньше всего работает. Зависит от высоты. Ну, кстати, да. Он встанул, людский прыжок. Но... На Варлоке с Хантом-то работает. Найс. А вы хороши, почти так же хороши, как Луис. Так, что нажать? Лифт. Лифт не работает. Наверное, нет электричества. И мы потревожили падших. Да все равно надо научиться из дробовика стрелять. Никогда не думал, что у меня вызовет проблему весь стрельба из дробовика.
есть. Ох, я помню, в первой Destiny один из первых боссов был глаз такой. Ох, мы его долго первый раз ковыряли, конечно. Петлерой, да, место есть в пати, но мы так. Если хочешь, заходи. Кстати, как у нас там дела? В клане. Ух. А почему оттуда не в клане? Ух, небось. Сейчас мы еще будем в том клане. Ну да. Так. Ну, судя по всему, я закончил квест, но мне даже ничего не сказали в конце. Чё-то я ожидал. Что ну. все вокруг тебя станут похлопают. Ну, наверное, не нужно было скипать все диалоги. Действительно. Давайте пройдем сюжетку и будем скипать все диалоги. Это про меня. Так, ну... Так, а как эмоции вызвать? Там есть колесо эмоций какое-нибудь? На стрелочке. Какие стрелы? А, окей. Те самые. Хоторн, мы выбрались из рудника, идем к тебе. Поторапливайтесь. Надо закончить. Случайно взял 9 баунти на гамбит, поэтому придется опять убить. Спасибо за помощь. Ты не так уж плох. Да. Для стража воображалы. Так оно и работает. Это самые добрые слова, которые только произносила Сурая. Ты свидетель редкого события. Так, ща. Ну, кстати, вот в Dreaming City я могу зайти. Вот, значит, у тебя и берег должен быть открыт. Я даже не знаю, что такое Dreaming City. А, сейчас. Да. Куда я не наведу, мне написано, что мне нужен Форсакен, но вернулись. При этом я могу просто телепортнуться. Кажется, в рандомную локацию. Да, релиз, а ты видишь на Фортнайт. Ну что, проверим, работает ли? Там Форсакен. Так, если я ничего не напутала. Тихо, сейчас все работает. Есть входящий. Так, вроде я приземляюсь туда. Ладно, надо что-нибудь поесть. Сразу. Город пал. Если в системе еще остался свет, мы ждем вас на Титане. Не теряйте мужество. Стражи. Завала жив? Если мы выдвинемся сейчас? Даже не думай про Титан. Беженцы все прибывают. С одной стороны у нас Красный Легион, с другой падший. К нам вернулись способности. И чтобы вернуть наш город? Вашего города нет. Хоторн, мы вернемся. И не одни. Найти меня будет нетрудно. Обидели честную женщину. На Титан, говорит, летите. Действительно, что-то сделали, слышишь? Тебе что-то даже дали? Ну, эти, да, билеты, которые сейчас... Не все равно им нужны распылять. Я пока ролик смотрю. Ты удивительно мало говоришь для того, кто зовет себя глашатаем. Мы узнали, что один из твоих стражей вернул себе свет. Но ты утверждаешь, что у тебя нет власти над странником. Тогда как? Помоги мне понять, глашатай. Свет живет во всем вокруг и во всех нас. Можешь заслонить его, можешь даже попытаться запереть его, но он всегда найдет выход. А странник сам защитит себя. Странник. Многие годы я изучал его. Миры, которых он коснулся. Его власть над жизнью и смертью. Мы не такие уж и разные. Твой странник и я. Тебе не сравниться со странником. Никогда. Ты считаешь себя всесильным, всемогущим.
Да, ну, в общем, как-то сейчас DC называют больше позитивных эмоций, чем в прошлом году. Может, контента больше стало? Это был язва, так что... Так, вообще, у меня DC недельно работал как раз-таки на старой пеке. Вырвать из него свет для себя и обратить вашу систему в прах. Ну, плюс я, сейчас говорю, я не вижу разницы между минимальным и максимальным графоном. Странник перерождается в свете. Да. Это я знаю. Поэтому я захватил вашу планету, и поэтому ты все еще жив. А он есть. Так, странник, куда там еще раз нам лететь? На берег, а, вижу. И ты мне в этом поможешь. Ну, я не знаю, тебя будет давать делать флешпоинт или нет. Флешпоинт, англшо, вот этот. Вроде дает. Ну, знаешь. Вполне себе активность. Ну что, помню, у тебя только форсейкеновская сюжетка и трейд. Ну, это прям... Я могу так, активность... Так, мы что, доделали? Ну, с сюжеткой, да. Так, поручение. Завершайте, союзники. Завершайте рыцарями опять вместе с закрепленными за вами другом. Дает ностальгическую игру, энграмму какую-то. Ну, нужно три паблика сделать. Любых. Шо, это к вам присоединяться? А там же... Ну, если успеешь. Троих... А, ну, тогда я на берегу побегу. Так, ну я дальше по сюжету пойду. Ну, если хочешь, пошли. Красная война. Так, а как, куда мне пойти-то? А, на Титан. Титан теперь. Сейчас я на башню залечу и... А по поводу кроссейва, если я, скажем, поставлю игру на консоль, я могу? То есть прогресс одинаковый получается, то есть, но я не смогу играть между с вами, но я могу просто лежать на диване и... Ты выбираешь, там, словно, с какого этого... У тебя главные персонажи, они у тебя переносятся на все эти... Нет, я имею в виду, да, что... Я говорю, что ты, ну, у тебя прогресс все сохраняется, играешь ты только со своей платформы. Флот авангарда, это борт 723, мы на подходе. Ну, то есть, грубо говоря, я беру сейчас, выключаю игру, иду вниз, включаю плойку, запускаю игру и могу продолжить. Потом выключаю плойку, здесь могу продолжить. Окей. Вот это дофига удобно. Всего-то сколько лет просили об этом. Это прямо вообще мега штука. Ну, чтобы спать. Какая-то заставка. Единственное, могу предположить, что валюта куплена на одной платформе и недоступна на другой. Доступна. Доступна? Не как в Fortnite. Ну, насколько я... Синяцкий, я слышал, вроде доступно. Нет, Улей лишил жизни слишком многих стражей. Ну, то есть, ты можешь пользоваться предметами, которые ты купил на другой платформе, но кошелек... Что? Кошелек разный. Нет, сколько я помню, один кошелек. Страж, говорит заместитель Окей. командора Слоу. У нас есть план контрнаступления, но нужно привести этот объект в рабочее состояние. Нужно подготовить флот, вооружить стражей и расшифровать засекреченные сигналы Красного Легиона. Нам необходим доступ к центру управления. В этом ты нам и поможешь. Если так, к нам еще кто-то присоединился? Ну, Лерой, наверное. Только я его не вижу. Я отжимаюсь, я лечу по своему супер-убер-самолете. Прилетели. А, сука. Наймешь, я в тебя верю. Мне эти миссии сейчас начинают флешбеки какие-то такие странные.
Ну, мне тоже, потому что я, блин, проходил 2 года назад. Вот это красота. Хорошо, конечно, что я сумел таки старый конкретизации не новый создал. Мы думали, что они пустуют. Но я недооценил. Это приятно, тут 1,5 экзот. Пачпорт, ну что с тобой? Экзот, который не шмотки, а эмоции, машинка, корабль. Ну это да. У меня дурное предчувствие. Че, Миш, теперь я знаю, что такое жизнь после релиза. Когда ты обслуживаешь сервис. А-а-а. Ну, поздравляю, кстати, с релизом GFN. Дело полезное. Да, спасибо. Кстати, послушай сегодня подкастик последний. Прям очень... воодушевляющий такой, прям тоже как-то хотелось прям сесть и рисовать. Да, захотелось сесть и пойти учиться, но потом это прошло обычно. Обычно это проходит. Я вспомнил, что завтра на работу, да. Да-да-да. А еще и в Destiny не поиграно. Не пройдено. А, сука. Кем там? А ты геймбек есть, Миш? Титаном также, это мой первый персонаж. Просто у него доступно перепройти всю сюжетку. То есть, если ты не заходил с тех пор, то ты можешь... Я понял, да. Для меня это идеально, если честно. Я создал еще Варлока. На Варлоке меня... Вот это, кстати, был фрустрирующий момент. На Варлоке меня послали туда, куда надо. И я понял, куда нужно сходить с вторым персонажем, чтобы открыть эти квесты. Да, прикольно. Там тетка, которая кораблями торгует. Да. Вот, а если ты заходишь на персонажа, которым давно не играл, ты этого не поймешь просто. Я поэтому решил создать нового. Ну, если, конечно, просто по всем не потыкаешь, не побегаешь, не поймешь. А здесь тебя просто к этой тетеньке посылают. Ну и еще просто всякие какие-то добивания добавили, штыки, вообще, я тут тоже потерялся. Ну, если честно, добиванием я ни разу не воспользовался еще. Я ее даже не замечаю. Оно удобно, что мобы слишком быстро умирают. Оно удобно, просто когда мобы оставятся как бы меньше, там, 25% то ты даже желтого моба и это, ну, как... Так, сейчас я чуть Лерой погромче сделаю. Сейчас я микрофон просто выглядит, погоди. 200%. Ну, не надо. 200%. О, господи. Это уже СМР пошел. Заменить Лероевское сопение. То, ради чего мы здесь собираемся. Так, а куда дальше? А вот сюда. Подальше, пожалуйста, сопение. Хорошо. Испорту, а ты уже все прошел, да? Это сейчас было оскорбление вообще. Да пару лет назад уже все прошел. Испорту, там сколько тысяч часов наиграно? Полтора. А где можно посмотреть эту статистику? Нет, в стиле я только начал играть. Пишешь в гугле Destiny Wasted Time. Wasted Time. Это хорошо. Я не знаю, правда, она работает. До сих пор. Кажется, Улей совершал что-то вроде... Ну, почти как у меня в Warfund. Да, что такое? Нужно поговорить с Икорой. Она знает все о магии Улья. Никто не видел Икору и Кейда с тех пор, как мы потеряли город. Никто не видел Икру с тех пор. Икру. А, и вот здесь тебе типа должны давать оружие. Ладно,
Ну-ка, взять гранатомет. Ой, я моргнул на секунду, должен быть, меня прибежали, что ли? Фига себе, блин. Короче, Миш, хороший последний выпуск. Да. И предпоследний тоже был хороший. Короче говоря, сезон начали прям... Прям огонь, да. Немножко соскучились. Не, на в этот раз еще будет опять Лерика вести целый выпуск. Может, там ее тема. Мы с Серегой будем вафли сушить. Но я буду вопросы из чата собирать, потому что мы будем на Дивган билет разыгрывать. Mm-hmm. Может быть, даже не один. Два. Я не знаю, не спрашиваю. Ну, билеты будут. Я не особо спрашивал. Лера с Алексом всю неделю в Эге были, поэтому я их особо не дергал. Отлично. И там надо офис сетапить. Чем идти в центр управления. Кажется, мы сейчас в каком-то месте для размножения, Улья. Уничтожьте. Кажется, все. Нас сейчас выебут. Место для размножения. Охуительно просто. Боже, какая стрельба. Да, ну гамплей прям вообще. Я прямо... Какой нафиг Borderlands? Не, Borderlands тоже хороший. Она меня вообще не трогает. При всем уважении. Ты не то место поставляешь. Гнездо зачищено. Идем в центр управления. Я еще вот резко неожиданно жду колбу. Осмотрите периметр, мы были. Да, я даже уже хоть заказ прям сделал. Да, Пошла хорошо. Ты плеер, мне впервые за последние, там, не знаю, 3 или 4 колбив. Я даже сюжетку пройду с удовольствием, наверное. Да и народ говорит, что там все сюжет. Я последнюю сюжетку играл, которая была с Кевином Спейси. Она знаменитая история. Она хорошая, кстати говоря. Ну, я ее смотрел на YouTube, мне не хотелось в это играть. А вот... Потом было, по-моему, еще с Китом Харрингтоном и все вроде, да? Который нет, был... еще Black Ops. Я-то два Black Ops потерял. Да? Неужели? Ну, Black Ops 2 это... Ну, такое. Не знаю. Но неплохо. Второй, наверное. Чё, а Пати в Destiny на 3 человек, да, максимум? Смотря от активности. Не, ну у меня типа в том Black Ops меня расчёл, чтобы хорошую концовку нужно товарищу убить. Ну это такое. Да, просто не делаю. То есть я понимаю, зачем это, но все равно. В третьем Black Ops были хорошие идеи, но они обосрались. Ну типа есть один хороший мем на всю игру. И то спасибо локализации. Так. Не, ну идея у них была хорошая, просто они не осилили. Да, реализация что-то подвела. И Шадом ты проходил вроде, да? Какой Дом? Дом последний. А, Дом? В смысле последний, ну предпоследний. Последний еще не вышел, ну ладно, да, проходил, конечно. Последний выйдет еще полгода. Да, вот я сегодня... Я не знаю, с одной стороны я обрадовался, с одной стороны расстроился. Я вообще... вдруг резко неожиданно понадеялся, что вдруг ему еще вернули завезу. Проблема-то в чем? Проблема в том, что Doom должен был лонч-тайтлом стадии быть. И вот как они сейчас в гугле там себе волосы на жопе рвут. Так это, Миша, сразу понятно, что... А теперь Destiny, которая везде free-to-play, никому нахер не нужна вообще. Ну, еще... То есть, ну, в смысле, она нахер не нужна, как лонч-тайтл. Об одном, что стадию тоже перенесут. Сам не тебе звучит. Зачем стадия, когда есть ГФМ, да? Я перенес. Ты делаешь все возможное, чтобы ее перенесли, я так понимаю. Baldur's Gate 3 тоже как бы launch title стадии, по идее. Да, он... Так он непонятно, когда выйдет, а так все хорошо.
Мне казалось, лаунч Тайнта, вот когда на запуске игра доступна. Да. Возможно. Я, конечно, не уверен, но вроде так. Мне кажется, как звучит так это. Миша, а что там за измена это самое с Гошей, а? А, я просто спросил, ножик Лам-то мертвый. А так куда-нибудь возьмут. Я его тут в соло оживлял. А тут Ливера сразу тысячи нашел. Да ты думаешь, я буду долго играть в Destiny? Но если свет... Не, ну пока мне нравится. Может, он вернется и к нам. Ну, вообще, в принципе, да, зачем? Ну, вот, кстати, про Plants Doom, на самом деле, здорово, то, что им вообще беседка решили это сделать. Что говорить о выживших? В смысле, не играть в Destiny? Без света. Нет, в смысле, перенести Doom. Можем ли мы звать себя стражами? То есть, что там такого плохого? Я не думаю, что в этом проблема. Как бы. Я думаю, что... То есть то, что я услышал, ну из того, что без энергии мы не продержимся. В целом я вижу, что там нас очень снабжают волновые генераторы. Подоплеки как-то. Только ульи их изрядно. Нет, ну ноябрь на самом деле очень упакованный. Там РТР, там Кодзима выползает. Все, кто хотел, поиграли. Миш, ты сделал две ошибки в своей. Кодзима, который на одной платформе только. Что, Миша? Ну, там где-то была смешная картинка, типа они побоялись конкуренции с этим, а там какие-то, я не знаю, триндюшатины на свече. Прокачанный просто вообще. А RDR ради онлайна люди покупать не будут? Или там все очень плохо? Ну... Там на старте было странно все очень. И, ну, а как я вижу по всем новостям, они били прям со всех сил. Ну, слушай, это Rockstar, они могут на одной игре сидеть 5 лет и себя нормально чувствовать. Просто они так запилили GTA Online, что как бы пикарили до сих пор. Короче, надо ухудшить GTA Online, чтобы все купили RDR, я помню. Слушай, даже енот играет в GTA Online. О чем здесь еще говорить, а? Че, куда идти? Могу понять. Кстати, это еще не все. Мы добрались до центра управления. Теперь нужно включить подачу питания, а потом заняться флотом. Командир завала сказал, вы добровольцы? На мне тактика. На холиды техническая поддержка. Непонятно, зачем только тебя пос... О, тут, кстати, как вызывать? Я забыл. Tab E. Shift E. А, я пока еще не могу вызывать почему-то. Недостаточно места. А, нет, есть. Это же у меня старый персонаж, тут у меня все есть. Ты прям в угол зажался? Да. Не, ну тут, конечно, рискованно. А как спешится? Спешится пробел. Окей. Тут рискованно, конечно, ездить. Давайте, поют. А мы привели сюда падших? Нет, эти стервятники преследуют нас с тех пор, как мы покинули землю. В клан, что ли, вступить какой-нибудь? В наш. И в какой-нибудь активный клан. Тарлис, ты же любишь мертвые активные кланы. Нет, ну как бы. В тех играх, где клан дает какое-то преимущество, меня интересует активный клан, а не КДИ. На ближайшем клан активен. А это не КДИшный клан, это наш дискордовский. Это Ариас, по-моему, наш делал. Наш дискордовский, из которого даже Ариас ушел, кто его делал. Ну да, ну да. А ты-то сам где, по чпорту? В каком ты клане, а? В клане стримера знакомого. Окей. Ты чел раньше, что ли? Холидей, придется тебе опять передать. Нужна воздушная разведка для оценки угрозы по периметру. Простите, там меня пошутили. Ты же знаешь, моему кораблю крепко досталось при эвакуации. Как только дадут свет, обеспечу тебе ремонт вне очереди. Чудно. О, паспорту, ты во всей этой теме разбираешься, сколько может быть денег максимум?
250 тысяч. Чипы денег подбирают. Ну, раньше максимум был 75 тысяч, по-моему. 100. Хорошо, на что их тратить? На женщин. И детей. Все равно у меня делает двойной выстрел, ну хоть как бы я ни пытался вообще. Так просто зажимай и не парься. Но, так да. Он просто там, у нас у него такая сильная отдача, что я... Контролирую отдачу. Как бы еще на ПК играешь, тут нету отдачи. Попривожу. Что-то не так. Видно, поршни заело. Прости, дружище. Придется тебе вылезти и смонтировать обходное решение. Миша, ты фох увеличил? Не уверен. Возможно. Ну ладно. Сейчас посмотрю, что у меня там. Графика 85 у меня стоит. Максимально вроде 105. Ну-ка 105 посмотрим. Но все равно, знаете, в 105 оно выглядит как в других играх. 70, наверное. Ну, да. Типа, если ты в Battlefield поставишь 105. Тебе от третьего лица будет заметно, что он сильно увеличен. В консолях вообще, по-моему, 60 местных стоит. 65. Да, консольная это 60. Но тут все равно. В зоне 45. Нет, 60 это когда это хорошо. Иногда и меньше. Это все равно какой-то странный field of view. У меня даже у меня в Battlefield стоит то ли 75, то ли 85. И у нее гораздо больше field of view. Но... А тут, может быть, стоит, который не горизонтальный, а вертикальный. Ча. В Battlefield FOV лично отвратительно выглядит. Ну, то есть ты как в это, как в трубе летишь. Труби глаз. Так, а на что пульт тратить можно? Можешь баунти покупать, который бесконечно. Который по 3000? Для них пульт. Взрывается. Угу. Мы добрались до преобразователей. Лады, посмотри, что блокирует заевшие поршни. Начнут двигаться, мы в деле. Ай. Внимание задних. Да, внимание. Я вижу, в чем проблема. Улей засорил поршни. Надо их очистить. Первый поршень. Сейчас почистим поршни. Это все хорошо, не поршни, но... а пистон. У нас тут все так же пистоны, темно. Пистоны, цилиндры. Придется тебе еще побыть уборщиком. О! Кажется, в Таркове вышел патч, и меня снова в него вставляют играть. Старились.
Ничего, сейчас калибр выйдет. Приходи, кстати, в пятницу мы будем калибрить. Но вы будете. Ну, там жук придет. Ну, я максимум посижу в разговоре, но это абсолютно традиционная игра, зачем ее включать? Да. Вот это ради этого. Тарильс, там есть. Тарильс, ты играешь с людьми, которые с Варгом 2 месяца играли добровольно. Да. Не, ну я в него не, поиграл. Слушай, не-не-не, подожди. Сурвайвом в тот момент было лучше. Ладно. В тот момент. В тот момент моей жизни, я могу сказать. Ну как бы... Сурвариум был недельку интересный, пока какое-то послевкусие танков не началось. А потом шел второй месяц, а ты все еще читал. И в Сурвариум была одна большая проблема. Это ебаная токсичная комьюнити, которая просто вообще уничтожала и игру, и саму себя. По-моему, про любую игру можно сказать. Нет. Там в Сурвариуме собрались отпетые говноеды. Просто. Нет, это же там людям Сталкер 2 был нужен, но как бы... Да, и проблема в том, что им обещали Сталкер 2. Ну вот все. То есть там просто... У них любой разговор заканчивался тем, что... Сука. В принципе, этим он и заканчивался. Ну то есть люди, да я не знаю, там очень сложно объяснить. Просто когда стримил Survivor, приходили люди, у которых просто по отношению к разработчикам и к самим себе просто было отношение, что, ну то есть они очень требовательные. Я не могу по-другому, как-то, ну, типа, очень говноедское отношение. То есть, несмотря на то, что как бы их что-то не устраивает, они продолжают оставаться в игре и просто сидят и токсичат. Зачем? То есть игр много, не нравится эта игра, иди в другую, найди свою игру. Нет, сидят, бухтят. Миш, позавидуй, потому что есть столько времени. Да, столько времени, чтобы ненавидеть игру и разработчиков. Только сцена, да? А, миссия. Нет, скорее всего, вот сейчас очень странно, нас опять выкинет на орбиту, и надо просто опять нажать кнопку и пойти в следующую миссию. Ну да. А, все, тогда я быстренько отбежал на лодку. Это довольно... Ну, то есть я понимаю, что они сейчас просто сократили тебе прохождение сюжетки, да, вот этого. А, нет, подожди, нас куда-то... Нет, тебя сейчас там обратно. К тетеньке. Ничего так, видок, правда же? Благодаря тебе мы снова в строю, но дел все равно выше крыши. В первую очередь надо подготовить почву для контратаки на Красный Легион. Зеленый словник. У меня есть план, но без тебя он не сработает. Во время эвакуации мы перехватили важную передачу Легиона, но так и не смогли ее расшифровать. Холидей сказала, такое оборудование есть в аркологии, а это, по сути, вражеская территория. Придется действовать вслепую. Это место уже несколько столетий погружено во тьму. Мы знаем только, что Улей развел там кипучую деятельность. Но если сумеешь пробраться, приступим к исполнению плана. Укрепите радиовышки. Если на рифе что-то случится, я не хочу потерять связь. Так я тоже на минутку отойду. Пусть удатель. Почему?
по твоим никам написано Blacksmith. Корабли сами себя не починят. Потому что это звание. А, звание. Звание еще есть. Ничего себе. Команда, это было последней каплей. Твои пилоты должны согласовывать параметры ветра с моими людьми. У меня тут 300 репутейшн поинтов, надо бы их... Надо. Девица второй мне не нужен. Так, надо пока триумф собирать. Команда, это было последней каплей. Твои пилоты должны согласовывать параметры ветра с моими людьми. Слушаю доклад. В следующий раз расположим секретную базу на планете по суше. Так, ну ладно, нужно будет найти какой-нибудь дискорд или на Reddit клана поискать. Ты вступай в наше, вопрос ливнешь и сделай полезное для чатика. Страж убить! Орел вон год назад ездил в Штаты. Каким-то рандомом штатовским вступил. Никого лично из них не знаю. Кроме, может, одного человека. Я готов. Да, мы смотрим на тебя. Вернее, я смотрю на тебя. Надо посмотреть, на самом деле, у меня же записи сохранились. Кажется, раньше тебя просто скидал на планету, начинал бегать. Помимо того, что ты пробегал где-то, помимо сюжета, ты успевал там... Какие-то активности поделать, что-то еще. По паспорту уже 930. Раньше тебя уровнем лочил, потому что... Тебе для... Нужно было сколько-то прокачаться, чтобы следующую миссию начать. Сейчас просто их делаешь подряд. А, ну да, да. Я не могу понять, куда нам. Большое количество электрической энергии перенаправляется в аркологию. Ага. Это может означать только одно. Там сеть процессоров. Подождите, нас не кинуло, что ли? Даже способных расшифровать сигнал кабеля мы перехватили. К сожалению, нам неизвестно расположение этих процессоров. Что-то я с рогатым шлемом и мечом гляжу, как персонаж из синематика Лиги Легенд. С какого из... Ну, который про поехавшего мастера И. Чуть не помню. Ну, где киберпанк. Я не помню, как называется. Который Project, наверное. Да, да. Я только последний помню. Который про байк. Остальные что-то как-то это... Странно. Просто не могу понять, куда нам идти. Ну, в противоположную сторону кто-то пошел. А, да, сейчас... окей, все. Большое количество электрической энергии перенаправляется в аркологию. Ага. Это может означать... Стоять, стоять! Зойка. Мощных процессоров. Страж убит! Даже способных расшифровать сигнал кабал, чтобы перехватили. К сожалению, нам неизвестно расположение этих процессоров. Так что тебе придется там поразнюхать, не привлекая лишнего внимания. Страж, найдя процессоры, мы можем переломить ход войны с Красным Легионом. Без них... Я не знаю, что нас ждет. В общем, из сюжета сделали такую приятную прогулку. Это не может не радовать. Кажется, падшие пытались пробиться через эти плиты.
прям как в Сейдже. Добро пожаловать в новый тихий океан сверхколонии. Светлое будущее космической колонизации в тени Сатурна. По-моему, операционная система аркологии снова работает. Как знала. Теперь ищите терминал доступа к ОС. Он поможет вам найти сеть процессоров. Спортом, ты варгон. Он самый. А ну и вид. Вон он, один из терминалов доступа, которые мы ищем. Сеть процессоров глубоко внутри, на служебных этажах. Аманда, это то, что мы ищем? Бинго! Именно оно! Хорошо, я получил координаты. Двигаем вниз. Ты зря. Черпают энергию из другого измерения, где нет никакой разницы между словом и его значением. Когда Улей размыл барьер между своим измерением и нашим, руна смерти стала сама нести смерть. Ох. Сейчас мы темнота. Точно на территории Улья. Верно. Как можно меньше разговоров по рации. Не надо привлекать лишнее внимание. Найс. О, я помню это место. Так, чё, куда дальше? Вниз? Да, зря я так быстро включил. Ай. Много мин. Простите. Динасвет.
Давай, давай свет. О, видишь, справился. Все. Вот это свет. Мастерский. Мастерский свет. Миша, во сколько ты ходишь? В пятницу калибр. Время. Так как обычно вечером, в обычное время. Предположительно, я бы, наверное, вписался, если что. А на сколько там человек команда? По-моему, там 4 человека. Ну, 4 человека, да, вроде. Да, ну 4. Ну, типа я, Патчпорту, Алекс, еще одно место будет, да. Ну кто-то из вас играл до этого? Не-а. Я даже особо за игрой не следил. Достаточно посмотреть одно видео. Только одно. Любое геймплейное. Ну я смотрел. Рельса. Вот, ну, то есть я в ЗБТ уже 2 года, и оно сильно менялось. Очень сильно. Ну, типа вот, я уже вчера говорил, просто сейчас здесь другие люди были. На стоп-гейме вышло видео, которое в теории рекламное. Но все, что там преподносится как плюсы игры, это как бы на самом деле это минусы. И выглядит это просто отвратительно. Ты просто хрень. Ну, я и не спорю. Не, ну хотя бы посмотреть надо, потому что люди ее уже 5 лет делают. А не точно? 2 года что-то. Миша. Не знаю, я в тебя верю. Ты найдешь куда идти. Ой, красота. Люблю, когда так свет еще работает. Цвета приятные. Красота. Не, народ, который в Банжи. Страшный вид. Мизинчик ударился, когда упал, падал. Не трогай шар. Да я не трогаю шар. Сам только не подвижу. Внимание! Нарушена работа процессора. Ули не мог этого не слышать. Подстрел. Беги, страж. Ой, мне надо забрать процессор. И текать. Если не умеет память. Миш, наконец-то доставили процессор. Мы разбудили целую колонию, да. Уя, а до поверхности далеко. Райзом. Оттуда не выбраться, команда. Ой, танчики. Сможешь пробраться в центральную часть аркологии? Мы пошлем кого-нибудь тебе навстречу. Я бы так шелено. Холидей. Жди, а что с ними делать? Окей. Да, точно, блин, да. Чё ты мне? Жди, здесь не место водителя. А кто стреляет? Ты. Кто? Это танки. Просто ехать? Это не танки, это... Просто ехать. Это как World of... Это как World of Tanks, только без доната. Что ты говоришь? Ты говоришь, World of Tanks? Это дорога к сердцу аркологии. Какое отвратительное управление танком. Уже у штурвала, готовлюсь к вылету. Все еще лучше Borderlands. Нет, там вообще отвратительное. Да. За 3 части там люди уже... Стокгольмский синдром к этому управлению. Не, я, конечно, привык, но то, что они в третьей части не поменяли, это немного отвратительно. Просто геймпад подключи, форхэд. Ну... Я знаю людей, которые будут в Лэнсе на геймпаде водят. Специально. Ну, я так делал во второй, но мне не нравится то, что он вибрирует, и мне отключать всё. Что, вибрать сегодня? Ну, как бы пока я обычно, спасибо, что когда зашел. Геймпад не пользуюсь, я кладу его на стену. В этом смысле я понял. Да. И он с него уезжает куда-то, не туда. А он уезжает. Слушайте, по-моему, вообще, когда тебе дают машинку, геймплей должен быть веселый. Должен нестись, радоваться. А здесь что? Вот тут. Кто это придумал? Ты играешь? Давно в Need for Speed играл.
Это реально скучно. Какая-то последний раз у Гена на машине ездил. Давай с этого начнем. Хотел бы посмотреть в глаза тому геймдизайнеру, который придумал вот эту миссию. Возможно, ему даже премию дали. Возможно, просто нравится ездить на работу на такси. Едешь себе спокойно. То есть, даже тут претензия к тому, что это не весело. Человек не задавался себе вопросом, когда это дизайнил. Миш, давай с нами шоу. Будет весело. Ролик самый. Ладно, ну поехали в Камбит. А ранки-то в Гамбите, что ли, нет? Нет. Ранки. Жемчужина в короне Красного Легиона. И детище лидера. Это обидно, на самом деле. Нет. Гоул подчинил себе сотни миров. Сопротивление. А что там за корпоративная арена еще? За рекомен, которые. Всемогущие уничтожают. Ну, это для Гамбит Прайма. Типа. Делаешь штуки в Гамбит Прайме, идешь в рекомен, получаешь шмотку. А, понял, это то, что мне давали там переработать какую-то фигню. Понял. Да. С этой шмоткой потом идешь в Прайм опять играть. Типа. Ну, звучит как. Звучит как. Не щадит никого и ничего. Звучит как геймплей луп. У него одна цель. Да, и внезапно это было дополнение, в которое меньше всего играл народ. Геймплей луп из семи за луп. Сейчас всемогущий. Нацелен на наше солнце. Ну, это мое любимое. Война окончена. Я этим только и занимаюсь в играх обычно. Проиграли. Перепутываешь? Мы построили дом под защитой странника. Когда напали враги, мы построили стену, простоявшую века. Но теперь стены ничего не значат. Новый враг захватил наш дом, лишил нас света и теперь угрожает нашему существованию. Мы бросим все силы на этого всемогущего. Когда флот будет готов к бою? Завала, стой! Промедление, смерть! Но если напасть всем вместе... Можно вернуть наш дом, наш свет, надежду. Или погибнуть с честью. Резкий мужчина. Группа. У кого не лысина отражается вообще. И Кейт. Так. Куда дальше? Несс. Ну, пока вылетит дальше, просто. Да. Что-то. Че, припух по чвартую, что ли? Да, я сейчас, ладно, еще одну я пойду. Угу. Ну, я, в принципе, наверное, даже тоже. Уже 20 тысяч. У нас 20 тысяч. У тебя тоже там. Петухи пропели. Объединить авангард. Пока он готовит нападение на всемогущий, мы найдем Кейда и Икору. К счастью, мы поймали сигнал, посланный призраком Кейда. Он исходит из кентавра Несс. Странно. Кентавры — это же просто большие булыжники на окраине Солнечной системы.
Там ничего не должно быть. Красота. А мы думали, здесь ничего нет. Поднимемся повыше, чтобы вычислить местонахождение Кейда. О. Поехали. Отслеживаю сигнал Кейда. Кажется, поймал. Я по горло. Ловушки вексов. Нейроматрица. Ловушка вексов? Во что нас втянул Кейд на этот раз? Что-то транслирует сигнал Кейда в космос. Если мы найдем это что-то, мы найдем и Кейда. Так, здесь вниз надо прыгать. В это... Дыру вставай. Просто спрыгну. В белую херобору. Чик-чирик. Вон! Сигнал идет из обломков корабля. Сейчас вдруг это есть. Здравствуйте. Вы здесь, чтобы спасти Экзокейда 6? Ой, ты не Кейд. Экзокейд 6 в данный момент находится в цепи портала. Он там. Ой, я даже сюжет начинаю вспоминать. Он перемещается. Это усложняет. Что бы вы без меня делали, а? Я могу помочь. Ютубу посмотрели. Но буду при этом настоящей ведьмой. Что-нибудь нужно я делал. Извини. Что? Я послала вам его новые координаты. Вопреки здравому смыслу. Ладно. Не, зачем мы туда пошли, кстати? Я не знаю. Не знаю. Я бежал за Мишей, Миша бежал за мной, и все, мы как кит вошли просто в этот самый. Да. Луп. Слушай, ты в порядке? Ты как-то странно себя ведешь. Я нейроматрица корабля «Черный исход». Зовите меня Нейро. Я усилила сигнал Экзокейда 6, чтобы его спасли. И вот, вы его приняли. А, да, они в ту сторону пошли, нормально. А че? А, вот я понял. Она искусственный интеллект. Это санкции, да? Да, нельзя призвать в эту локацию. Может, локация маленькая, где здесь кататься вообще? Роботоподобные инопланетные существа призвать достигли 94% конвертации НАСА. Это ограничивает мои свободы. Я недоволен. Так, жалко, здесь спахтлато. Ладно, я перекачусь на Division. Спокойной ночи. Давай, пока. Давай, пока. Катись. Миша, ты как-то под юбилей не собираешься на перелет в Москву? Какой юбилей? Не знаю, какой-нибудь. Ну я на Дивгам поеду. Ну то есть это будет в мае в следующем. Ну понятно, ну ладно. Я подумал, что по лестнице спускаться долго и... Здесь кто-то есть? Не спрашивай меня, как это случилось. Это да. Так, это что я сам не понимаю. Осторожно, или вексы вас испепелят. А, Миша, читал, да, что в колде после прохождения сюжетки
открывает скаут уже. Да, но меня это не особо сильно интересует, если я пройду сюжетку, я, наверное, не захочу ее еще раз скаут. Я, как я понял, там открывается прохождение кооп. Ой, не прохождение сюжетки. Был бы зомби-режим, тогда... Ну, кстати, да, я бы вот... уходил. Но, простите, он... эксклюзив до PlayStation или кого-то там. Да ладно. Нет, там другой режим. Режим какой-то. А, или Survival ты изумеришь. По-моему, да. Это я не в курсе. На старте посмотрим. Миш, ты опять на нормале проходишь? Знаешь, мы на изях, а? Я шумы. Это возмущение. Слушай, Нейра, так что здесь произошло? Кейт 6 пытался управлять телепортационной системой Векса. Теперь он застрял в нелинейной цепи порталов. Свою защиту скажу. Миша, а можешь продолжать Dark Souls 3? Ну да, потихоньку надо к нему периодически возвращаться. Для этого надо впасть в определенное состояние уныния. В транс. Да, чтобы захотеть дальше себя мучить. Ну, как бы то, что я видел, я удивлен. Ты что? Я удивлен. То есть ты, у тебя первый был стрим самый больной? А потом уже нормально. А да, потом уже все, уже разработалось, так сказать, все необходимое. Развальцевалось, да. И стало гораздо лучше. Не, ну понимаешь, для человека, который много лет играл там в тот же Warcraft, там, ну, вопрос не в самом Warcraft, а вопрос в подходе. Когда ты там много лет учишься убивать боссов, ты начинаешь понимать, как это дерьмо работает. То есть здесь не сложнее понять тактику, разобраться. Оказалось, я всегда боялся, а на самом деле ты просто выучиваешь последовательность действий и просто ее вбиваешь в руки там за полчаса-час. И все, никакого откровения для меня не произошло в Dark Souls в этом отношении. Самое занятное, как бы, что... Страшнее обычные мобы, потому что, блин, ты к ним относишься как к швали, а на самом деле так нельзя. А когда босс, ты начинаешь там очко сжимаешь. Недавно на стриме, сейчас народ проходит Code Vein, который анимешный Dark Souls. Угу. Вот, что может быть хуже вообще? Да, это второй вопрос. Слушаю хорошую фразу, что человек говорит, что типа он доходит до босса, час. Учит его там час-два, учит его мувсет. Ну, изучает там первую фазу, вторую фазу и так далее. А потом как бы уже, ну, спокойно, как бы, примерно там через час, через два, спокойно где-то убивает, понимая, как бы, вот все, что происходит. Да, да. Как-то вот у меня сложилось так, что ко всем боссам я подходил немножко с другим темпом. Я подходил к боссу, меня убивал, я такой, так, понятно, я тратил эти два часа не за то, чтобы изучить мувсет босса, я тратил на то, чтобы прокачаться. Мы прошли. Мы целы. То есть, да, конечно, я больше... Может быть, как бы в силу... Так, а нам не сюда? Сюда-сюда. Налево. Да, все правильно. Вот. И то есть, как бы. Может быть, все как бы уже так немножко другой реакции, ниже, чем 300 лет тому назад. Как бы мне нужно несколько. Чуть больше допусков на ошибку. Вот. Не-не, сначала она под. Так у нас к телепорту. По чепорту, что ли, тебе телепортнуло уже? Да, он рашер, он паровозер. Молодец. Человек-паровоз. Чего еще надо спрашивать? А, вот этот херобор надо убивать, да? В порту очень долго ты сам паровозил. Ну, быстрее. Ну, как же это красиво все будет. Вообще просто. А
Хотя туда. Шпортон. Так, держать! Начнешь проигрывать, поднажми! Поругай. Ну, короче, вы босс убиваете, я дальше займусь. Ну что, там она мертва? Я тут так кручу, что боюсь, меня сейчас тошнит. Музыка красивая. Ну, как из пятого элемента. Ну, доставка. Давай, быстрее, ну, не знаю, как долго продержится портал. Кейт, да как ты? Стоп. Слушайте, короче, не думайте, что я не знаю, что делаю. Я знаю, ну, может и нет, неважно. Если вы отрубите источник энергии, цепь порталов разорвется, я отсюда выберусь. Вы поняли? Повторите. А говорите. Здесь же озвучивают его Нейтан, да? Мы поняли, Кейт. И все же... Что? И здесь же его озвучивают Нейтан Филлиан. А, или ты на русском играешь? Я на русском играю. А, вот почему озвучка у тебя тоже на русском. А тут нельзя переключить интерфейс, наверное, отдельно на русский, отдельно на язык. То есть ты можешь сделать игру либо русской, либо... Я не знаю. Английской. Я это не проверял. Я пытался начать на английском, но что-то я немножко сразу потерялся. Я не стал сопротивляться. А, по Чпорту ты хотел, а, ты уже вышел, да? По что хотел, он уже не хочет. Я еще миссию пройду. Да, давай, пройдем еще как раз миссию. И я, наверное, тоже отвалюсь. Эх, не успел сказать спасибо по Чпорту. Эх. Ты успеешь еще? Не успеешь, просто не последний раз. Зашел. Так. Не могу понять, куда. Нейра, мы на точке. Кейт застрял в системе порталов. Он все просто проговаривает. Поможешь найти источник энергии, чтобы его вытащить? Много вслух. Ах да, если найти телепорт Вексов, который использовал Экзокейт, то можно будет отключить портал и освободить его. Я покажу. Хорошо, значит, нам надо найти телепорт и отключить его. Легко. Все, направо нам. Байк врубай, поехали. Ай-яй-яй, перевернулся. Ох, уж дубай. Видишь, тут за камнем. Протиснусь. Опа. Ох, что это за гадость? Так, осторожно, тут дамажит. Мозговая жидкость Векса. Не испугал. Это органическое вещество. Значит, вексы только наполовину роботы. Это на бэк сядь, потому что мне вообще не дамажит. Да? А, я дамажу, что ты делаешь? Миша, прекрати. Да. Я починю ГФ. Да-да-да. Ай. Вава. Ай. Действительно, ай. Ай. Ты там вылезешь? Нет, ну сейчас нет. Здесь вылезти сейчас. Потом с упор к стенке пойдет сейчас. Все, вылезу. Да что ж такое? У него варды искали. Где, а где? Хорошо, это вор. Ты так тактикуешь, в спину заходишь.
Немножко. Как Кейда занесло на НЕС? Я знаю как. Во-первых, хватит подслушивать. А во-вторых, и какой же ответ? Он просил никому не говорить. Внимание, обнаружена угроза вексов. Они блокируют вам путь к телепорту Экза Кейда. Придется их уничтожить. Ох, как вас много. А нам написано, что делать? Или просто, просто всех убивать, возможно. Это ли хочу что-то делать? Пока у меня этот самый кружок здоровья. Ой. Так, что-то перешел перевещи. И ты тоже помер, нет? А, подожди, здесь какая-то рабора. Сейчас я немножко подлечу еще. Ты встаешь. Ну, через 14 секунд. Сосамба. Ура, первый вайп. Легкая прогулка, говорили они. Я просто не понял, надо там стоять в этом кругу или... Ну, его, наверное, не надо. Он... В нем какая-то херня начинает. А, за я блокинг, понятно, все, значит, там нужно просто всех просто. Просто можно... нельзя стоять там, где они умерли. Отступай назад и все. Просто вот сюда вот за задний. Нет, их просто надо убивать и не стоять там, где они умерли. Видишь, после них остается некоторое время какая-то фигня. Вот видишь? Да понятно, я говорю, что надо обязательно стоять по центру. Я думаю, ну, что это да. Точку держать. Попроще, потому что я знаю, что можно отступать спокойно. О, пошли веселые качели. Только напомни, наверное, днем, чтобы я забыл калибр установить. Ну и я просто по ремонту домашнего. Угу. Чтобы к вечеру было все готово. Так, все? Уничтожение вексов поможет мне отвлечься от тоски по моему капитану экипажа. Ух ты, ух ты, ух ты. Какие-то штуки падают, прикольные. Компоненты корпусов вексов. Да не, мне упал какой-то компонент. Что это вообще дает? Экзот, пистолет или что-то. Ну-ка. А-ка, что? Я даже не знаю, куда эти компоненты падают. Нажимаешь инвентарь направо. Скорее всего, окажется. Нет. Нету. Коллекция? Нет. Ну, в смысле, да, наверное, но нет. Я что-то не... Дальше я не знаю. Тут разобрать.
Так, сейчас покопаюсь немного. Че, я тоже. Мне оказывается, всякого уже нападало. А я туда и не залазил. О, коллекция жестов. Что-то там есть. Тут должен быть я дофига всяких жестов. Средняя кратность. Ладно, пес с тобой. Пошли дальше. Это и есть телепорт Векса? Да, он понадобится Кейду 6. Возьми его. Вот тебе железяка! Я снова свободен! Ура! Ау! Кейд, ты где? Эй, ты это сделал! Ты меня освободил! Ха-ха-ха! А где это я? Экзокейт, вы находитесь рядом с останками моего ядра реактора. Добро пожаловать на черный исход. Mm. Место. Сейчас они закончат свои касцены. Все, закончили. Ты во время подкаста сказал про этого самого, про комика Изи. Свой любимый комика, да. Который тебя скидывал тоже в интервью. Ой, я, кстати, забыл посмотреть, спасибо, что напомнил. Я имя его забываю просто. То есть я когда Эдди Иззард. Вот, ты сказал, что про него есть это самое... Документалка, да. Да, документалка, слушай, я как-то посмотрел бы. Ты потом мне скинешь какую-нибудь название? А я на Рутрекере, там есть общая под... На Рутрекере, по-моему, находил. То ли она в общей подборке валяется, где там все его стендапы. Что такое рутрекер? Трекер такой старый. Окей. То есть почти самому быстрее найти документалку. Да-да. По-моему, она называется Belief the Eddie Izzard Story или что-то такое. Бриф. Ну, в смысле, или Belief. Belief. Ну, я вера или поверь. У меня? Но мой корпус разорвало на 108 частей. Окей, ну просто ты меня заинтересовал. Мне понравилось интервью. Когда вот он на сцене, я не успеваю за некоторые вещи. Мы знаем, Нейра. Хватает немножко. Надо субтитрами смотреть просто. Ну, блин. Угроза вторжения. Это читерство. Это экзоке? Неверно. Ну да, не клевый. Но из-за вас ко мне идет целая толпа падших. Черт подери, Нейра, в меня вот стреляет! Вот интервьюшечку, глянь нас, он грядущий. Да-да-да, это хорошо, что напомнил. Так, я понял, погнали. Блин, а че это я пешком как лошадь? Да я тоже за тобой бежал. Мне надоело. О, приехали, все, валим большого. Вернее, ты валим большого. Тогда ты все пропусти. Должен же быть хоть какой-то челлендж. Это очень большой Векс. Я им займусь. Я утонул. Сужится. О, привет, пацан. А, слушай, эти пацаны тоже по нему стреляют? Нет, не по нам стреляют. Не-не-не, там есть, короче, стоят на балкончике чуваки. Я начал их валить, а на самом деле они на себя его отвлекают. То, что Вексов только убивает. Мелочь, которую он сам нет, я валю, а ты занимаюсь большим. Куда он делся?
Короче, тут Векса с этими... А, нам даже не обязательно их, нам можно просто проехать, ну, все. А, кстати, пошли просто дальше и все, чем мы тут остались? Да там... А, вот он куда телепортнулся. Только нужно найти место, где не открытое. Все, там камерка осталась. Гранатами его закидывай просто. Да не, Миш, ты не понял. Я просто боюсь его еще быстро убить. Привратник повержен. Держись, Кейт. Мы идем. Это хорошо, потому что падший уже здесь. Активирую защитное поле. Экзокейт 6, встаньте в защиту. Отличная Подвали. Работа, Нейра. Теперь падшие до нас не доберутся. Правда же? Они не смогут до нас добраться, да? На чё ты не сходил? Не, я в кино здесь не хожу. Нам дочка не с кем вставлять. Советую поторопиться. Поэтому мы только кино, кажется, только дома что смотрим. Сказали, что хотят оторвать мой ром. Мой прекрасный, замечательный. Я решил, что я, наверное, тоже подожду. Угроза вторжения. Дурей. Чтобы еще что стоит на паузе. Mm. Надо посмотреть. Все, которые у меня знают, близкие хорошо знакомы. Прям. Ой. Положить. Ой. Да. Нифига себе, он мне дал. В жбан. Я аж отлетел. А ты. А, ты совсем отлетел. Я, правда, не уверен, что нам сюда, но по логике вещей. Звали вроде сюда. Там... Ой, новенький появился. Сейчас грен заряется и кинется. Опа, грена. Сразу будет ночь. Так, он телепортнулся куда-то, скотина, вон он. Убежал. Минус. О, падшие что-то выронили. Подбирай. Ща. Я не пойду. Ой, туда. Ладно, пачка еще куда-то. Что-то просто... Просто праздник какой-то. А, обжигающая пушка, ее и надо было взять. Надо было делать вот так. Тебе пишут, что делать дальше? Ну, молить всех, наверное. Всех спасли, мы молодцы. Все, вверх. Новый капитан. Так, я еще не все подобрал. Добро тут, похоже. А, не успел. А, нет, что-то успел. Все, заставка пошла. Угу. Значит, успел. Эй, не высовывайся. Значит, это правда. В английском, конечно, Нейтан Филлиан прям... Нет, не то чтобы я завидую.
Ну ты коней-то придержи, а то что обо мне подумал? Позволь спросить, зачем тебе телепорт вексов? Подобраться близко к Гоулу, пальнуть ему в башку, потом слопать бутер. Сначала надо разобраться в этой штуке. Любопытный факт о технике вексов. Она мудренее, чем кажется. Кейт, а смотрел сериал «Рокки», который последний столько хвилин? Нет, это где он полицейский? Да-да-да. Ну, это типа такой чувак в силу обстоятельств. Жена смотрела. Я не очень люблю полицейские. Но я тебе не верю. И процедуралы тоже не очень люблю. Абсолютно ничего. У них оружие, способное уничтожать звезды. И оно нацелено на наше солнце. Хорош. Эй, тише, тише. Схемы перегорят. У Завала есть план. Ты ему нужен, Кейт. Ага, Завала всегда говорит, что у него план. А сам просто... Стоп. Завала сказал, что я ему нужен? Вы своими глазами видели, как он говорил эти слова? Да, видели. Скажите мне, что у вас есть запись. Вот, знаешь, он даже здесь, он играется во весь... Это дофиле. Она пропала после падения города. Мы не знаем, где она. На Ио. Она улетает туда в моменты сомнения. И... Спасибо. Я твой должник. Ну что, слетаем в башню, хватит сегодня? Да. Ты на самом деле посмотри, есть там у тебя какие-то вообще активности в башне? Да забей. Я все равно пока по сюжету не пройду, я не хочу никакие активности делать. А, вообще, я даже не знаю, у тебя там, по идее... А, блин, у тебя, нет, у тебя башня... у нас еще что-то началось. А, еще что-то началось? Либо не закончилось. Как скажете, мисс Карн. Рада помочь. А, не, нас просто сюда же. Должно быть, вы друг Кейда. Я нейроматрица. Рада, вот здесь что начинаем нам дальше следующей активности, и все. Я ага. знаю, что... До свидания. Так что вот тебе мой большой зеленый шар. На Ио, по-моему, нам надо дальше, да. Ладно, все тогда. Да, все. Хорошего вечера. Ну, уже да, уже ночь. Интервью. Не-не, я спать пойду. Какое интервью мне сейчас? Я прям сейчас. Я вообще. Как скажете, ладно, давай. Рада да, помочь всё, пока, вашим исследованиям. Пока. Мои базы данных всегда к вашим услугам. Все, всем спокойной ночи. Не успокоюсь, пока не пройду все это безобразие.